Добрый день, вашему вниманию куртки зимние экстра Швейцария. Единственный момент, то есть это, да, это зима, но это европейская зима, то есть далеко не все из них, они подойдут на морозы. Но, в принципе, куртки все зимние. Итак, мужская куртка XL. Состояние просто отличное, цена комфортная, мужских курток очень много. Куртка для активного отдыха мужская, XL. У нее есть один слой синтепона, то есть в ней можно гулять, кататься, у нее есть капюшон. Она является спортивной. Мужская XL. И стоимость куртки в этом лоте 550 рублей, то есть это вообще шикарно. Clock House 2XL. Вот эта курточка, она на двойном синтепоне, и у нее такой хлопковый верх. Это от мешка. 2XL. Новая совершенно курточка. Здесь у нее получается флисовый подклад. Есть синтепон, потому что она достаточно такая плотная. Не скажу, что это весна. Это где-то вот, ну, такая вот европейская зима. Очень красивая спина. Мужская. Жилетка 40-го размера Tom Tailor. Жилетка Promod. Размер у нее 40-й. Женская куртка Ice Peak. По размеру 40 европейский, она для активного отдыха, то есть, возможно, и для лыж, у нее отсутствует капюшон. Ну, такая теплая достаточно, 40-й размер. Куртка для активного отдыха Jack Folky, размер L. У нее, это ветровка, по сути дела, потому что у нее есть только сетка. Это не пыльник, но она, то есть курточка, здесь у нее все предусмотрено, все проветриватели, то есть она действительно спортивная, капюшон присутствует, но она больше как ветровка, чем как куртка. Куртка Janine, 38-й размер, она такая, знаете, зимняя, европейская зима для активного отдыха. Куртка на одном слое синтепона, европейский 54-56, достаточно большая, состояние отличное. Это вот одна часть лота, вторая часть лота, меховая куртка, такая женская, размер S. Синтепон отсутствует. Дубленка из искусственного меха, размер M. Жилет размер M. Куртка вполне себе теплая. Я думаю, что она морозы выдержит. Это эсприт, 36 размер. Очень теплая. Мужская размер M. Синтепон присутствует. То есть она достаточно теплая. Женская S. Oliver, 38 размер, на синтепоне, плотная, для активного отдыха или так ходить. Вот эта куртка, она на мальчика, 140 сантиметров рост. Классная мужская курточка, по новым технологиям сделана. Не знаю, какой размер, но она как, больше как ветровка. То есть у нее, если есть синтепон, то небольшой. А так она отличная, спортивная. Это пыльник, то есть велосипедка, пыльник, я не знаю, но зато она The North Face. Это модный бренд. Плюс у нее состояние отличное. Это женская куртка The North Face. Тоже долго не залежится. Меховое пальто или полупальто, размер M. Куртка H&M. Так, по размеру непонятно, но я думаю, что это такая драповая куртка на синтепоне. У нее синтепон, но я думаю, что это M-ка. Женская. Колумбия.
То есть это куртка-кофта, у нее здесь флисовые рукава, либо это под куртку, да, то есть флисовые рукава и такой достаточно стеганый верх. То есть я бы сказала, что, возможно, это кофта, но со стеганым и капюшоном. Зато Коламбия, классное состояние, отличное. Жилетик меховой на кнопочках, размер S. Отличный жилет из шерсти, точно так же, то есть он может быть как самостоятельной вещью, так может он быть и под курточку, ну просто отличный. Я вот только не пойму, мне кажется, это женский жилет. Ой. Шерсть присутствует. Классная куртка для активного отдыха, я думаю, что это СК, она новая. 279 евро стоила, 140 потом начала стоить. Ну, не могу понять размер, но она S-ка. Но поскольку она белая, естественно, даже несмотря на то, что новая, она от мешка немножко, конечно же, поморалась. Но... Так, и пыльник, Декатлон тут, по размеру 42, то есть это S-ка. Это женская курточка спортивной тематики. Но она ветровка. Подробности об этом лоте вы можете узнать, нажав на название. Спасибо.